Всем привет, с вами Эмма Плавертайт, и в этом видео мы распакуем посылку с тремя новыми пони. И я думаю, вы заметили достаточно новогодний фон, просто я уже в предвкушении Нового года, так как 31 декабря мое день рождения, и плюс еще Новый год, это просто бомбезно, поэтому новогоднее настроение просто зашкаливает, и я надеюсь, вам понравится видео такого формата. А перед тем, как мы начнем распаковывать посылку, хотелось бы вам показать моих последних новинок. Это Fluttershy с самого первого выпуска с малиновой гривой и Cherrily с челочкой. Эти пони стоили 30 гривен. Да-да, именно за этих двух пони я дал 30 гривен. Но там не только были пони. Там еще было несколько расчесочек и две LPS фигурочки. Я думаю, те, которые следят за моим инстаграмом, знают, в каком они были состоянии, что у них тупо были не гривы, а одна сплошная мочалка. У Cherrily все было намного хуже, но сейчас результат меня тупо-тупо радует, реально. Просто радует глаз. И у меня появлялись мысли в голове, что их выкинуть. Ну, я подумал, ладно, попробую как-то все это исправить. И вот, совершенно идеальный пони. Боже, глаза, вы видели ее глаза? Какой градиент? Ну что, давайте приступим к распаковке посылки. И вот эта посылочка. И да, коробка была совершенно без скотча. Это как-то странно, но да ладно. Ну что, давайте посмотрим, что там. И вот эти запакованные поняшечки. Кстати, данная покупка мне обошлась всего за три пони 310 гривен. Это около 620 рублей. И заказывала этих пони на KidStuff. И давайте я уже их распакую. И я, наверное, буду доставать по очереди. Так, и первое, что сразу достаю, это вот, это маленький пакуночек. Господи, наконец-то я нашел скотч, который надо открыть. Если я его еще открою, потому что я не хочу пользоваться ножницами. Блин, и всю контору спалил, ладно. Лишь бы только ее не поцарапать. Потому что я могу, вы меня знаете. О да, боже мой. Это капкейк. Боже мой, какая же она потрясная. Я прям не могу. Я эту пони уже столько раз хотел заказать, но мне все было лень. И она просто потрясающая милашечка. Короче, я полюбовался ей за кадром. Все идеально. Да, без мочалок, без ничего. Оставим ее сюда. Так, и пакетик номер 2. Давайте сделаем то же самое. Мне просто очень страшно. Мало ли ей гривы там порежу, сделаю корешку. Или же поцарапаю. Ну, потому что я умею, уж меня знаете. О, да, боже мой. Это Cherrily? Это Cherrily, да, это Cherrily, опять же таки с тёлочкой. Так как у меня Cherrily в убогом состоянии просто, поэтому я купил нормальную Cherrily. Да, это достаточно не убого, это очень легко можно привести в порядочек. Давайте отставим ее сюда. И последний пакетик, и эту пони я ждал больше всех. Просто больше всех. Так, я не знаю, как тут его открыть нормально. Это Pinkie Pie с градиентом в глазах. Боже мой, какая-то милота. Я ее просто очень сильно хотел. Я хочу просто собрать всю коллекцию Mine 6 именно с градиентом в глазах. И я ее очень сильно хотел. Боже, она просто превосходная, ну реально. Народ, ну эти глаза. Эти глаза. И вот эти три потрясающих поняшки. Народ, у меня просто настроение стало еще лучше, так как в моей коллекции появилось целых три пони. Просто замечательных пони. Я правда очень-очень рад. Ну что ж, народ, а на этом было все. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Подписывайтесь на канал, комментируйте наше видео и по желанию нажимайте на колокольчик. А с вами был MLP Lavertight. Всем пока-пока!